Пленарное заседание Общественной палаты, прошедшее в правительстве региона, прошло в гибридном формате с использованием видеосвязи. Таковы уж ограничения нашего пандемийного времени. Темой заседания стала реализация различных национальных проектов. В своем выступлении губернатор Андрей Травников призвал повышать эффективность использования средств в рамках нацпроектов. Я вижу главную ценность общественников в том, что вы позволяете оценить, а достигают ли национальные проекты главной цели, собственно, нацпроектов. Эту цель не один раз формулировал президент Владимир Владимирович Путин. Практически дословно я скажу, что наша задача при реализации нацпроектов добиться, чтобы люди реально увидели, реально почувствовали, что жизнь вокруг них меняется к лучшему. Участники расширенного пленарного заседания Общественной палаты Новосибирской области рассмотрели развитие общественного контроля в ходе реализации национальных проектов здравоохранения и образования в регионе, в том числе вопросы оказания первичной медико-социальной помощи населению, организации школьного медицинского обслуживания и горячего питания для учащихся. По словам участников мероприятия, необходимо добиться, чтобы каждый бюджетный рубль, вложенный в рамках национальных проектов, достигал главной цели – изменениям к лучшему в жизни людей.